Доброго времени суток, уважаемые зрители, вы снова на канале Новости в мире, а для вас уже готов очередной выпуск интересных новостей. Скрывает парня, который сделал ей предложение, как сложилась личная жизнь юной актрисы Милы Сивацкой. Мила Сивацкая – молодая актриса, которой нет еще и 20 лет, уже в настоящее время является звездой кинематографа, родилась в городе Киев в 1998 году. Благодаря своей настойчивости, упорству и вере в себя, Милу сейчас знает практически каждый. Интересно, что настоящее имя девушки – Людмила. Родители вкладывали в девочку все самое лучшее, пытаясь всесторонне развивать своего ребенка. Мила занималась разными видами танцев и добилась немалого успеха, став чемпионкой страны среди юниоров. Помимо всего этого, успевала она отлично учиться в одной из самых престижных школ Киева и уделять время урокам вокала. В результате в 2012 году Мила стала участницей популярного украинского шоу «Голос дети». Мила обладает очень уникальной внешностью, и это не осталось незамеченным. Уже ребенком Мила смогла построить успешную карьеру модели, победив на конкурсе «Мини-мисс Вселенная». Однако все это было не для амбициозной и целеустремленной девочки, которая с раннего детства мечтала лишь об одном – театре и кино. Первую роль в фильме Мила сыграла в 8 лет. Своей харизматичностью она свела с ума режиссера, который ради нее изменил сценарий, переписав роль, что изначально предназначалась для мальчика, под девочку. Однако самая настоящая популярность пришла к девочке с фильмом «Синевир». Фильм ужасов очень понравился зрителям и сделал Милу необычайно популярной. После этого последовали работы «Вчера, сегодня, навсегда», «Случайных встреч не бывает» и многие другие. Жизнь вне кино Милы Сивацкой, учитывая ее красоту и популярность, всегда на устах и привлекает огромное внимание поклонников. Однако девушка, ссылаясь на нехватку времени, тщательно скрывает свое личное, утверждая, что абсолютно все свое свободное время она уделяет съемкам. «У меня абсолютно нет времени на парней. Иногда я даже не могу найти время, чтобы маме позвонить. Вся моя энергия и внимание сосредоточена лишь на карьере», — говорит Мила. Но, по словам близких друзей Милы, у нее имеется молодой человек, с которым они уже больше одного года. И поговаривают, что молодой человек даже сделал Миле предложение. В 2017 году Мила задействована в съемках телесериала «Нити судьбы», где партнерами по съемочной площадке стали популярные российские актеры. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал.